Ты гангстер и под хаус бит, совсем не свербит, наоборот качать свистит, как чайник мой голос ушат. Чё меня все рэперы молодые? А чё не все рэперы молодые, ебут попку? Блять, а как? Ух ты, блять! Да не, любит, конечно. Пользует меня. Привет, Наташа. Сначала слышал, что тебя трапера полюбили. А звука нет, блядь. Да? Ты, блядь, технологии ебаные, блядь, вообще ничего не понимаю, нахуй. Так, устройство воспроизведения. Это. Ебал. Свойство. Она на сусиру. Ну что тогда будет лирика? Мне заплатили Эвилон и Рома. Это так приятно, обоссал их за бабло. Мужики, что там, пиздец вообще со звуком или как вообще? Братишки тоже сейчас чекнем, мужики. Сейчас тоже чекнем. Норм. Эхо, нормальсики. Может, чуть потише просто сделать и все? Давай. Колоночки именно. Это понятно. Блин, стал ебать ты палка. Бля, ты ебанулся, нахуй, эти базуки ебанутые, бля. Ты чё, ебнулся, бля, твои башки не видно из-за неё, бля. Победитель, бля, мистер Олимпий. А ты ещё, блядь, как могу бесплатно, я ты давай, убегай далеко. Вижу, как у тебя поменялось. Бля, тянусь захват, ты, сука, блядь. Нормально? Их поэтому зашкаливал. Бля, там базуки ебанутые, бля. Меня там, бля, привет, брат, давай в ВК поговорим. Ссылка удалена. Что-то, блядь, братан, что-то мне подсказывает, что я с тобой не поговорю в ВК, блядь, потому что... Нам ответить не может, но. Братан, спасибо тебе огромное за 500 рублей, бля, но это пиздец, я СВЧ ебаная, блядь. Нет, давай в ВК поговорим. Да похуй, давай врубай, мне кажется, нормальный звук. Думаешь? Пишет норм. Да, все пишет норм. Ебу в рот, эй, все ради хайпа, и чё? Везде пиздеть, но ты лох не учел, что везде, где покормят, уже есть подсос. Уберем Вавилон, и теперь ты кто? Я узнал, что ищешь хату, это дорого, постой, если что... Слышь, что самое чувство, бля, когда все понял, типа, Макриски, бля, Вадя, типа, делали конкурс для того, чтобы их задисили, бля. Денсуха, блядь, просто она просто есть, блядь. Ее нахуй задисили, блядь. Могу бесплатно подселить к себе под стол. Подгоню набор резинок, это просто, но со вкусом. Я надеюсь, их надев, ты лоб... Не стопай, блядь, почему? Типа, блядь, ну побазарить, надо же с кентами как-то обсудить, блядь. Может быть, что-то происходит важное, блядь. Не ж нахуй, как арбуз, пой, вы же популярно забей. Вот что такое рэп, поучись, Алексей. Я хочу хайп, буду 10 чекул. Если ты хочешь хайп, берешь строго за хуй. Коллеги уважают, блядь, ну не гони. На мировой господь, тебе дали роль. Вер Данил, я захожу к тебе на стрим. Скучнее не видел ничего. После тебя стримфест онлайн уже не кажется дерьмом. Пополни словарный запас, совет ничего так мудрый. Пополняй ряд долбоебов, купи сапку на генсуху. Ссорится и мирится с Вадей Генсухача. Так ведут себя лишь шизики, вижу Генсухача. Генса права качает, мол, сухо к ней все относятся. Плюс десаут съебал, лирика стала пророческой. Вот что такое контент, убиваю рэперов, все кричат гадем. Нагибаю стримеров, мне кричат зачем, какое тебе дело, вообще нахуй, чел. Я создаю контент, и ты так сможешь, едва ли тебя чё полюбит. Ну так, кстати, в Москву переезжает, в курсе? Да. Так она же в сторис выложил. Да, в сторис. Да, я же посмотрел сторис, блядь. Или рэперы, ага, блядь, проверяй. Как раз, когда вот так чит. Тогда теперь смысла нету квартиры покупать, нахуй, жители. Они не покупают. Да. То есть они, получается... Серега переезжает? Нет, все. Это конец истории, понимаешь, блядь. У каждой истории есть конец, блядь. Ну, Серега! И очень грустно, блядь, конечно. Ну ладно, блядь, ребят. Я какую-то новость узнал, меня, блядь, просто нахуй. Серега. Так, ну за ребят, исходя из этого видео, знаете, что я могу сказать? Родники, спасибо тебе, блядь, за субскрипцию. Спасибо за субскрипцию. Да, спасибо. Это, кстати. Похуй, спасибо за субскрипцию. Постоянный спонсор этого канала — сайт Hell Store, на котором, внимание, открылся новый режим CoinFlip, про который я вам прямо сейчас и расскажу. Но для начала по ссылке в описании и промокоду Ruffles вы получите 60 центов на счет бесплатно, с которых в теории вы можете подняться на том же CoinFlip. В чем суть этого режима? Вы заходите на CoinFlip, далее вы видите курс
кучу игр, в которые вы можете залететь. После выбираете для себя подходящую или создаете свой coinflip и начинаете играть. Все банально просто. Либо вы залетели к человеку со ставкой, которая написана вот тут, либо он залетит к вам, в случае, если игру создавали вы. У вас одинаковый шанс на то, чтобы забрать все вещи. На кого выпадет монетка, тот и забирает вещи противника. Поэтому это тот самый режим, где один на один вы можете забрать вещи своего оппонента. Ссылка будет в описании. Потом можете писать, сколько вы урвали на coinflip'е в комментариях. А я пошел рубиться на сайте HellStore. И не забывайте про промокод Ruffles. Исходя из этого видео, ребят, я могу проанализировать канал, бля, Мазлф, и сказать, что, блядь, ему отказали, бля, в сексе, блядь, потому что... Потому что это было 2 месяца назад. Потому что 2 месяца назад был любовный трендец. Сервагент, чекни видос Эва Эльфи, где она самого секси-стримера выбирает. Там про тебя и братишки на ор. Окей, братан. Это было очень давно. Да? Да, видосы уже, по-моему, дохуя лет. Это порноактриса? Да. Да, да. Ну, не дохуя лет, а... А ты видал, кстати, Чигуди выпустил в ТикТоке? Да. Так у меня везде подписался. А, так я понял. Мужики, ждем этот фит, блядь. Это как я забыл, как у меня песня называется. Валентина. Не, Валентина, блядь. А, ну... Как что-то, блядь, Валентина, там что-то. Валентина. По-любому. Я не помню. Не, мне сами, я короче, уже забыл. Вот это, ребят, было 2 месяца назад. Вы должны понимать, ребят, как за 2 месяца может все измениться, бля, понимаете? И всего лишь она отправила ему, бля, фотку своих маленьких, так сказать, колокольчиков, бля. На руфле? А так, это на тебя. Ой, бля. Матерится в душе ребенок только. Ей по ночам снится кошмар, где кикают восьмерку. Все валится из рук, кальян ей горчит изначально. Не заплачет чатик. Крит говорил, трубка ебучая, что в раке любая трубка рабочая, но только в твоих руках. Тебе быть везде саутом, правда, не обязательно. Не обязательно получается. Каравай, все так хотят надкусить тебя сзади. Я бы играл с вами в мафию, не зовут я бы... Блядь, что там откусывать-то, ёбаный сыр, блядь, там откусишь, нихуя не останется, блядь. Да ладно, так, шучу, блядь. Блядь, я что-то, сейчас скажу, блядь, где-то я какую-то эту хуйню видел. Блядь, или в сторис, или какой-то, короче, клип видел, блядь, Антаха такая говорит, ебать, на тверке, типа, я, говорит, жопой, блядь, трясу, говорит, ебать, у меня, говорит, там сзади все болтается, она говорит, прям чувствуется, как жопа трясется, она говорит, не представляешь, что там Авариньян, ты видел эту хуйню? Ну, это сторисы? Сторисы, да. А, это в сторисе, блядь. Ну, еще она жопу хуярила там, да? Ну да, я просто не понимаю, что там трясется в итоге. Не, ну там... Потому что мы к Авариньян были, она как бы трясет, а там только шорты болтаются, блядь. Не, ладно, что, так вообще заебись, продолжай в том же духе, блядь. Сейчас жопу накачаешь, по-любому, блядь, будешь так... Больше сторисов делай, кстати. Да, больше сторисов, блядь. Знаешь, вообще в стрингах, блядь, чтобы пиздятина валила. Лучшие роли и только отныне каток с ночной бабочкой больше не будет. Друг роль шлюхи не дам никому, она мокрится теперь по дефолту. Не любитель аниме, но я готов терпеть твои головные боли. Кто-то слабее вырубает стримы на раз, два, три. Я скажу раз, два, три, ты ляжешь со мною. Правда, что фраза ясна, клоун была придумана тобой, мне понятно, зачем ведь говорит такое, чтоб тысячной аудитории надо иметь большие яйца и большой член. Кто такая, понятно сразу, и вместо тысячи фраз ты снэпкам и не помню. Ебать, Антаха раньше без трусиков стримил, блядь, что-то этот момент не застал, блядь. 500 тысяч тан у нас, а пополнят вам серым кассу, ведь он сам бесполезен, как хочешь. Кто такая, понятно сразу, и вместо тысячи фраз ты снэпкам и не бонгакам снуп. 500 тысяч тан у нас, а пополнит вам серым кассу, ведь он сам бесполезен, как хуй. Бля, вот это клипчик, нахуй. Блядь, Серега бесполезен, как хуй, блядь, попал. Блядь, что ты сделал, Мазелову, блядь? Ты принизил, блядь, Серегу. Понятно сразу и вместо ты... У Сереги, ребят, самый жирный хуй, блядь, на ВСПБ, блядь. Тысячи фраз, ты снэпкам, а не бонга хамсну. Да не, куда там Диман? Диман сейчас в Москве, блядь. Я имею в виду на данный момент, пока Диман в Москве, блядь. Сейчас Диман вернется, блядь, как бы свое законное место займет, блядь. Хэштеги, уважение к Авилону, блядь. Пацаны, это ж хорошо, что вы, блядь, уважаете Авилону, блядь. А чего вы это в чат-то пишете? Почему, блядь?
Блять, я не понимаю. Ладно, мы сейчас посмотрим, мы сейчас посмотрим. Помнит вам сером кассу, ведь он сам бесполезен, как хуй. Дети смущаются за мониторами, глазами сканируют твою прическу, ведь челку считали штрих-кодом, и это бля, не помню. Бля, ну такая нахуй стрёмная. Штрих-код это не стрёмный, чё ты, блядь. Ну с этой хуйнёй, конечно, на башке. Не, ну лично мне, например, не нравится. Мне тоже вообще не нравится. Я не говорю то, что... Не, мужики, не надо делать чат для подписчиков, бля, пусть эта хуйня разводится, бля, мне даже нравится это, бля. О, Соло Золо выпустил новый видос, бля. Да. Знаешь это? Я, походу, знаю. Бля. Она очень талантливая. Какой буллинг забивай, ведь ты прав, не прав, прав изысканно. Помни, нет вещей обиднее, чем быть Дмитрием Ликсом, сори. Понравился мой диск, пустота. Бля, вы бы сейчас Димана видели, бля, в телефоне сидит. Триггернул тогда. Нет вещей обиднее, чем быть Дмитрием Ликсом. Сердце половина тут, половина там. Я пока тебя искал, ты в башне заперта. Но я отпрыгну от пуза слова и влечу тебе в окно. Как принц. Пошло оно нахуй, я как король избран народом, да. Ты девушка. Потом, бля, через 2 месяца видос, бля, ебал тебя в рот нахуй, из пенисом бутерброд, бля. Вот уже новые нервные отношения, проще, чем каравай. Все, терегу, мужики, терегу, где мой кет, мы теперь, бля, сейчас с ним, бля, пойдем в Снежную королеву снимать клип. Проще, чем кто такая, понятно сразу, и вместо тысячи фраз ты снэпкам, а не бонгакам, снопумс. 500 000 отдано нас, а пополнит вам серым кассу, ведь он сам бесполезен, как хуйц. Кто такая, понятно сразу, и вместо тысячи фраз ты снэпкам, а не бонгакам, снопумс. 500 000 отдано нас, а пополнит вам серым кассу. Нет, там 6 минут.